Так, лабораторная работа номер 3. Продолжаем работу с циклами. И здесь рассмотрим работу цикла с предусловиями. Итак, у нас есть та же самая условие задачи. Это вычислить следующую функцию. Так, вот есть программа, которую мы написали для цикла с параметром. Сейчас мы напишем ту же самую программу, только для цикла с предусловием. Что здесь изменится? Ну, во-первых, нам не нужны, соответственно, переменные a и n, которые обозначались как параметры цикла. Также нам не нужен параметр цикла с параметром, цикл с параметром. Так. Так, и на место становится цикл с предусловием. То есть вот написали цикл с предусловием, здесь ставили условие, пока x меньше рабано x конечного. Так, ну и вот у нас предыдущая программа, то есть мы здесь вывели 10 значений. Так, ну и сейчас посмотрим при новом варианте. Запускаем программу. Если есть ошибки, нам покажет. Если нет, соответственно, выведет окно вывода ввода значений. Так, нажимаем Enter. Так, и у нас появился лишний. Это о чем говорит? То, что здесь нужно убрать знак равно. Давайте заново запустим. Так, опять введем те же значения. Так, ну и теперь у нас получились те же самые значения. От 1 до 10, соответственно, шагом 1,5. Так, теперь вот у нас была программа, соответственно, вычисления при помощи оператора цикла с параметром. Мы сейчас ее заменим. Цикл с предусловием. Так, ну и что у нас останется, что уберется? Ну, во-первых, останется изначально бесконечное, берется это действие. Дальше здесь берется данное действие. Так, а здесь будет слово проверка. Так, ввиду того, что здесь единственное условие это если, соответственно, убираем это условие и пишем, если x меньше x конечного, причем x конечное надо зафиксировать, чтобы не было продвижения, то здесь написать, например, делать, здесь написать так, нажимаем ОК. Переместим на новый x. Так, ну и при 10 нам делать, а при 11 уже нельзя. Так, вот как будет выглядеть, соответственно,
вариант выполнения лабораторной работы на цикл с предусловиями. Так, ну и следующий этап. Опять копируем. Код программы. Так, вставляем на место предыдущий, где был цикл. Соответственно, с параметрами. Условия задачи остаются прежним. Так, единственное, что изменится здесь. Во-первых, уберется вот это. Так, ну а дальше вместо этого блока необходимо вставить роб. Так, ну и в котором будет проверяться условия. Еще поставить правильное направление, то есть направление движения. То есть пока у нас меньше. Соответственно, будет выполняться цикл, ну и если нет, то выходит из выполнения цикла. Так, ну и вот так он будет выглядеть, блок схема на рассматриваемый алгоритм. Так, ну и также не забываем начать лабораторную работу.